Круизный лайнер «Адмирал Нахимов» недаром называли русским «Титаником». Корабль водоизмещением больше 23 тысяч тонн и длиной более 174 метров был способен вместить до 1726 человек. В момент катастрофы на борту находилось всего лишь 897 пассажиров и 364 моряков. В конце августа 1986 года «Адмирал Нахимов» совершил круиз по маршруту Одесса-Батуми-Одесса с доходом в Ялту, Новороссийск и Сочи. В Новороссийске теплоход прибыл 31 августа, а после экскурсии и возвращения пассажиров на борт вышел из порта 22:10, чтобы взять курс на Сочи. Второй помощник Александр Чудновский увидел, что сухогруз идет на перерез другому судну. Он постарался избежать столкновения, взяв левее, но сухогруз продолжал приближаться. 23:09 с Нахимова по радиостанции раздался крик: «Петр Васев, что вы делаете? Немедленно работать назад!»